на его картину. Вот последние годы мне это удается сделать. Спасибо Андрею. Венеция. Для меня эта картина имеет немножко другое содержание, нежели рассказывал Андрей. Для меня здесь два персонажа, которые неожиданно из прошлых времен перенесены в наше время. Молодой человек при шпаге, в белой рубахе, и его дама. Возможно, он собирается сражаться за свою даму. Знаете, как раньше были дуэли? Дуэлянты должны были выходить в белых рубахах до первого пятнышка крови. Вот на белом-то это хорошо видно, не в камзолах. Ну, это мое представление. Руслан, возможно, нечто другое представляет. Вы видели, у Андрея на картинах постоянно присутствуют музыкальные инструменты. Флейты, барабан есть. Вот там есть картина «Ночной дозор», там барабаны. Скрипки, лютня, в том зале гитара, гармонь. Здесь бубенец. Это все имеет отношение к музыке, а мы сыграем на флейте и кларнете то, что мы хотим выразить, вдохновляясь картинами Андрея. Итак, Венеция.